Друзья мои, всех приветствую себя в гостях. А кто впервые попал на мой канал, меня зовут Анна. Сегодня я к вам вот с такими замечательными шапочками. Такой будет небольшой, прям очень небольшой мастер-класс. Думаю, что вы все знакомы с таким узором и вот с такими шапочками. да? Ну, я решила показать, как раз вязала зеленую шапочку и решила показать, как это делаю я. Так, девочки, смотрите, две шапочки. Зеленая шапочка у меня получилась высокая, с высокой макушкой. Высота у меня 26 сантиметров. Белая шапочка у меня получилась чуть-чуть покороче. Где-то 22 сантиметра. Хотела я ее сделать по голове, но чуть-чуть не подрасчитала. И она у меня получилась как бы макушечкой, ну, совсем немножко торчит. Но меня это не смущает в принципе, мне и так нравится. То есть, если вы вяжете по голове, это нужно отвязать по длине где-то сантиметра 18-19 и закрывать. Закрывала я здесь в 4 ряда. Вообще планируется такие шапочки закрывать в 3 ряда, но дело в том, что так как пряжа была очень толстая, поэтому я закрыла в 4 ряда. Так, белая шапочка у меня связана вот посмотрите, какой красивый узор. Да? дорожки из вытянутых петель. Вязала я ее из пряжи Газал Рок-н-Ролл. Именно мне захотелось белую шапочку. В моточке 50 грамм, 115 метров. И удлиненная зеленая шапочка. Наверное, вы знакомы уже с этой пряжей. Кто смотрел мое предыдущее видео, я вязала свитер огня по описанию от drops именно из этой пряжи вот такой шнурок вот так он выглядит это лана с фиброакрилом в нейлоновом шнурке здесь я вязала в три ники то есть в три сложения так и не сказала вам про белую шапочку газал вязала я шапку в две ники. Так, какие спицы я использовала? Использовала я спицы номер 5 с длиной лески 50 сантиметров. Но смотрите, желательно, они немножко петли натягиваются. Конечно же, лучше взять длину лески 40 сантиметров. Либо 80 сантиметров и вязать методом Magic Loop. Именно вот для макушки я использовала спицы с леской 80 сантиметров и уже закрывала макушечку методом Magic Loop. Ну, вот такие вот интересные шапочки у меня получились. Конечно, вот шапочка из пряжи Газал, она немножко потоньше получилась, но довольно-таки тепленькая, вот как раз на холодную осень. А вот это Шапочка у меня получилась такая довольно-таки толстая. да, То есть мне захотелось связать что-то такое, знаете, походное, лыжное, как раз именно э, спортивное на зиму. На дачу очень хорошо, выезд на природу. Все, я думаю, что она будет служить мне не один сезон и будет меня согревать такими зимними холодами. Ну что так? И еще вот что я хотела сказать: смотрите, здесь, девочки, я выбрала себе раппорт узора 4 петли: то есть 1 лицевая и 3 изнаночных, вот как это выглядит по изнаночной стороне. Здесь можно самим варьировать количество петель в рапорте То есть, вы можете выбрать не 4 петли это может быть 3, это может быть 5, 6. 8, то есть в зависимости от того, сколько изнаночных петель вы для себя определите. И то же самое с макушечкой. Я там в мастер-классе говорил, говорю об этом и еще раз вам напомню. То есть вот здесь я закрыла макушку, такая обычная шапочка-тыковка. Вот такая макушечка у меня получилась. Ровненько, все красиво да, посмотрите, как петельки вот сходятся в один пучок, все. Но можно также и закрывать макушечку любым удобным для вас способом, который вам нравится. Это может быть домик, может быть просто на сектора поделить, закрыть. То есть, если будет макушечка высокая, то, естественно, вы должны отвязать основную часть немножко покороче. Так, ну все, девочки. Кому понравилось, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, включайте уведомления и будем вязать. Как рассчитать петли на шапку? Плотность моего вязания по образцу 20 петель на 26 рядов. Обхват головы 54 сантиметра. Перевожу в петли. Умножаю на 2,0 в одном сантиметре и у меня получается 108 петель я вычитаю еще из этих петель 20 процентов на растяжение так и что у нас получается 108 минус 20 процентов получается 86 и 4 но здесь смотрите у нас должно быть количество петель кратно 4 так как в рапорте узора у нас 4 петли 1 лицевая и 3 изнаночные здесь вы можете сами выбирать количество петель в рапорте это может быть 1 лицевая 3 изнаночных либо 4 либо 5 то есть смотрите как вам будет интересен сам узор я взяла 4 петли в рапорте узора здесь можно взять 84 петли, кратно 4. Но я возьму 80 петель, потому как у меня шапка будет прямая, без отворота, и я хотела бы, чтобы она сидела у меня хорошо, плотно по голове. Итак, я беру 80. На спицы номер 5 с длиной лески 50 сантиметров вы можете взять длину лески 40 сантиметров, чтобы вам было удобно работать. Я набираю 81 петлю. То есть одна петля у меня для замыкания в круг и 80 основных обычным способом я набираю петли, набрали петли. Так, распределяем на спицах таким образом, чтобы круговой ряд у нас смотрел вовнутрь и петли не были перекручены. Теперь замыкаем вязание в круг. Правой спицей снимаем первую петлю наборного ряда. Левой спицей подхватываем последнюю петлю. И аккуратненько через нее протягиваем петлю, которую мы сняли. Все. И возвращаем ее на левую спицу. Хвостики подтягиваем. Все. И начинаем вязать первый ряд. Первый ряд вяжем лицевая петля 3 изнаночных у меня это 3 изнаночных если вы выбрали для себя другое количество изнаночных петель вяжем свое количество все вот у нас раппорт лицевая 3 изнаночных и следующий рапорт лицевая и 3 изнаночных и так до конца ряда второй ряд нашего раппорта узора лицевую мы снимаем на правую спицу, не провязывая нить за работой. Три изнаночных. Изнаночные провязываем как обычно. Все. Следующий раппорт. Лицевую снимаем нить за работой. Изнаночные провязываем И так вяжем до конца ряда. Второй ряд закончили вязать, и дальше повторяем с первого ряда. То есть раппорт узора у нас в высоту составляет всего лишь два ряда. Первый ряд: лицевая и три изнаночных. В моем случае три изнаночных. Второй ряд лицевую снимаем, нить за работой и изнаночные провязываем, как они у нас лежат. Так, девочки, и далее вяжем на ту высоту, которая вам необходима, высота вашей шапочки. У меня шапка без отворота, но если кто захочет с отворотом вязать, то есть вы сейчас начинаете по-другому немножко, да, то есть у вас будет лицевая сторона на отвороте вот это. А когда уже будет связан отворот, да? То есть вот у вас будет вот такой отворот. То есть вы начинаете следующим образом. 1 изнаночная, 3 лицевых. 1 изнаночная, вот здесь ее плохо очень видно, да, вот здесь она. Изнаночная, 3 лицевых. Изнаночная, 3 лицевых. Первый ряд. Второй ряд вяжем изнаночную. Мы снимаем нить перед работой 3 лицевых. Изнаночную снимаем нить перед работой 3 лицевых. Когда вы отвяжете необходимую высоту вашего отворота, тогда переходите на вязание именно вот этого раппорта узора, то есть там, где у вас была изнаночная, вы будете вязать лицевую, а где были у вас три лицевых, вы будете вязать три изнаночных, то есть все наоборот. И э, хочу сказать, что отворот у вас очень хорошо, вот здесь вот сгиб ляжет, вот так вот на шапочку. Все, я же вяжу без отворота просто обычную удлиненную шапочку. Так, вяжу на высоту где-то 24, может быть 26 сантиметров. Там уже дальше я посмотрю. Кто хочет именно шапочку по голове, там, конечно же, где-то 18-19 сантиметров. Вот эта белая шапочка у меня связана по голове, ровно по голове. Ну, так, макушечка получается не чуть-чуть торчащая. Вот здесь у меня отвязано 18 сантиметров. И затем я также закрыла в 4 ряда. Все. Вот эту шапочку я вязала из пряжи Газал. Рок-н-ролл. В две нити на спицах номер 4. Так, и набирала такое же количество петель. Вот такая вот шапочка у меня получилась. Все, девочки, дальше вяжем по кругу, повторяя первый, второй ряд на высоту, которая вам необходима. И дальше уже встретимся с вами на закрытие макушки. Отвязала необходимую мне длину. У меня это получилось где-то, по-моему, 24 сантиметра. Да, вот 24 сантиметра. Мне этого достаточно, плюс, еще оба буду делать сейчас убавки убавлять я буду за три ряда, остановилась я на четном ряду, когда у меня петля лицевая вот эта дорожка, петлю я снимала итак, приступаю к убавкам, если вы заметили, я перешла на спицы с леской 80 сантиметров, так как я буду делать убавление. Количество петель будет уменьшаться, естественно, мне будет на круговых уже неудобно. Я перешла на леску 80 сантиметров и буду вязать методом Magic Club. Итак, первый ряд убавлений. Лицевую петлю мы провязываем как лицевую. Это у нас первый ряд, нечетный ряд. Следующие две изна... изнаночных петли провязываем вместе. Так как они у меня развернуты, я их разворачиваю правой стенкой к себе и провязываю вместе. Итак, изнаночная и следующая изнаночная петля. Это вот есть рапорт. Следующая лицевую провязываю. Две изнаночных разворачиваю правой стенкой к себе и провязываю вместе. И изнаночная петля. И таким образом я вяжу до конца ряда. Второй ряд убавлений. Это у нас ряд нечетный. Я лицевую петлю снимаю, а изнаночные снова убавляю, разворачиваю к себе правой стеночкой и провязываю изнаночной петлей. Все лицевую снимаю, изнаночные разворачиваю и провязываю изнаночные две петли лицевую снимаю изнаночные разворачиваю это для того кто вяжет бабушкинами да кто вяжет классическим разворачивать ничего не надо так все и так продолжаем до конца ряда третий ряд убавок будем провязывать вместе лицевую петлю и изнаночную петлю. Так как лицевая петля ко мне лежит правой стеночкой, я ее разворачиваю. Изнаночная лежит правой стеночкой от меня. Все переснимаю лицевую и вместе провязываю с изнаночной. Вот таким образом. Следующая лицевая, изнаночная. Лицевую разворачиваю и вместе с изнаночной провязываю за правую стеночку. То есть я их разворачиваю левой к стенкой к себе. И так далее до конца ряда. Третий ряд убавок я закончила. И у меня на спицах осталось 20 петель. Здесь смотрите, девочки, если хотите, можете еще убавить. до да, по 2 вместе. Так как у нас остались одни лицевые, я, наверное, тоже сейчас провяжу, чтобы у меня осталось, это будет у меня 10 уже петель, и тогда уже буду заканчивать вязание. Провязала еще один для себя дополнительный круг. Еще раз отмечу, девочки, здесь смотрите, как вам удобно. У меня, так как пряжа толстая, поэтому 25 для меня очень много, и я еще раз убавила. Так, закончили и обрезаем кончик, достаточно такой, чтобы можно было спрятать на изнаночной стороне его. И собираем все петли, которые у нас на спицах. Продеваем иголочку через все петли. Вот таким образом. И собираем их такой пучочек. Так, все собрали, подтянули. Ну, такая вот некая а, шапочка-тыковка получается у нас, да, вот такая макушка. По длине опять же ориентируйтесь сами. Так, ниточку подтянули. Можно продеть еще раз вот в эти петли, которые мы сейчас сняли. И мы как раз закрепим вот эту дырочку. Так, ну вот, видите, дырочки нет совершенно. Все, выводим иглу на изнаночную сторону. И закрепляем по изнаночной стороне. Ну все, закончили вязать шапочку. Прячем кончик от начала вязания также на изнаночную сторону также вот вывожу я и нить на изнаночную сторону и вот в эту дорожку лицевых петель прячу кончик ну все вот такая у нас шапочка получилась очень легкая простая вяжется очень быстро буквально за два вечера и шапочка готова вот такая макушка интересная аккуратная такая макушечка кто желает конечно помпон еще, девочки, здесь, конечно, можно закрывать макушку любым удобным для вас способом. Можно разделить у нас 80 петель, можно разделить на 4 сектора и закрыть секторами. То есть, если вы будете закрывать секторами, естественно, высота макушки у вас будет уже больше. Ну да, в стандарте это где-то 5-6 сантиметров, то основную часть должны отвязать где-то сантиметров 20. См. Так что, ну вот я сделала такую. Мне так удобно, мне так нравится. В следующих видео я покажу вам другие свои шапочки. Все. Кому полезен был данный мастер-класс, ставьте пальчики вверх, подписывайтесь на канал и включайте уведомления. На этом я с вами прощаюсь. До новых встреч. Пока-пока.